Всем европейского футбола, дорогие друзья! С вами, как всегда, самая точная, самая правдивая, самая честная программа о мировом футболе FIFA Прогноз. И сегодня для вас проведем ее мы, Роман Плинсков и Александр Фирсов. Да, главные эксперты по... Давай сразу внесем спойлер. По испанскому футболу. Ну, как бы, зачем спойлер носить, если он уже сзади нас есть? А он еще и на превью написан. Да. Вот так вот. Сегодня мы играем второй матч полуфинала Кубка Испании, где... Барселона будет играть против Севильи, да. Серия двух матчевая у них. Первый матч Севилья обыграла Барселону дома со счетом 2-0, так что если Барселона хочет выходить дальше, ей необходимо сегодня побеждать как минимум 3-0. Ну а если нет, то получается тогда ничья и играются дополнительное время, но я думаю, до этого у нас не дойдет. Да, конечно, нет. Давай по коэффициентам посмотрим. На победу Барселоны в этот раз практически все букмекеры согласны. Коэффициенты от 1.57 до 1.58. О, как видно. Нет, я нашел 1.52. 1.53, это даже есть 1.52. А вот Севилью почему-то не верят. Видимо, А вот на Севилье, кстати, можно заработать аж сразу 6-0 коэффициент присутствует на нее. Как думаешь, почему так? Давай еще, подожди, важный момент отметим. Тут, наверное... Ты хотел заставку начать, да? Спортс. Важный момент, что чуть ли не впервые из последних матчей, да, когда на ничью дают меньше, чем на победу одного из участников. Ну, ничья, понятное дело, это просто в основное время. Ну да, само собой. То есть имеется в виду основное время. Видимо, Камп Ноу не располагает Севилью. Видимо, там будет для них жарко, несмотря на то, что болельщиков там не будет. А все нормально, уже просто все куплено, и все знают, что Барселона будет в финале. А против кого? Я звонил, посмотрим. Я договорился. Твой прогноз? Мой прогноз, что сейчас у нас с тобой будет очень интересный матч, который, скорее всего, закончится с тоталом не более чем 2 гола. Ну а как дальше развиются события, посмотрим. Я даже не знаю, в чью пользу, но тотал вот такой. Хорошо. Итак, Барселона-Севилья, второй матч полуфинала Кубка Испании. Ла Лига, поехали. Какая Ла Лига? Это кубок. Там Ла Лига написано, братан. Ну это... Ладно, черт с ним. Поехали. Традицию начать матч предлагаю тебе. Что на этот раз будет у тебя? Мяч разыгран. А? Ага. Понимаю. Сегодня так решил. Хорошо. Матч начался. Севилья что-то у нас дерзко в атаку побежала. Пока что счет, кстати, отсчитываем вот 2-0. Да, что нам отсиживаться, что ли? Господи, нас 0-0 тут более чем устраивает. А главная задача какая? Правильно, чтобы ты не трогал мяч, в принципе, всю игру. А что у тебя? В смысле? Вот так. Хорошо, так, ладно. И вот так. Есть. Первый гол есть, 11-я минута. Ну, конечно, очередной из Дембелей. В данном случае Осман Дембелей. Да я не знаю, сколько Дембелей вообще в европейском мировом футболе, но их полно. Слушай, а по-моему, на самом деле, самое известное — это все-таки двое. Мусади или как это подожди? Да. То есть Мирончуков явно больше. Чем Дембелей, да? Ну ладно, 1-0. Барселона пока что... лидирует в этом матче, но не проходит финал. Хорошечно. Ну-ка. И мы быстро отыгрываемся. 2-2. Общий счет получается. Лео Месси вот так вот дерзко сносит угловой флажочек. Не будем говорить о пропаганде нетрадиционных отношений в этой стране, потому что все-таки уголовная статья... Подожди свою уголовную статью, сейчас попробуем вот так вот сделать. Хорошо, ладно. Хорошо. Вот, это все-таки Месси, главный представитель. Ну на. Да как ты? А Барселона-то вперед выходит. Никто. Теперь она в финал проходит, 3-0. Никто вообще никто. Саша делает распасовки, что-то там пытается через фланг. Рома, я Месси, я побежал. 3-0. Я так кадрюсь, потому что у тебя 3 удара, 3 гола. Нет, у меня 4 удара. Вот это 5-й идет. И чекай, короче, сейчас просто вот опять какая-то... Ну, в реальной жизни такого не может происходить. Можно у меня, пожалуйста, на ворота встанет игрок, который знает, что такое мяч там? Ступа твою не
всю сломаю. Так он у меня в нападении был. Ага. Лады. А по сути, если ты сейчас два гола забьешь, Севилья-то проходит. А. И все, первый тайм у нас подошел к концу. Ну что, давай тогда смотреть по статистике. 4 у гола, так вот, не, подожди. 6 ударов, 5 створ, 2 удара, 1 створ. Владение, кстати, равное вообще. По отборам тоже равное. Да, ну я по, по нарушениям грубишь, конечно. Да, я понимаю. Вот. Но пока что Барселона вот расстреливает Севилью. Тот знаменитый офсайд, который мог бы стать вторым ударом, вторым голом. Ну да. Но пока что тебе достаточно еще один мяч заколотить, и ты проходишь дальше. Ну, Севилья имеется в виду. Ну, это лично я. Да, проверять. Второй тайм, поехали. Ну, ну, ну. Антуан. Нет. Ой-ой-ой-ой. Ну тут дотянулся он до мяча. Да он хуже сделал. Лучше бы не дотягивался. И вместо нижнего угла отправил его вверх. 5-1. Вот так, хорошо. Бускетс. Вот. Самое то тебе место в нападении. Какие-то педри у меня бегут. Осуждаю. Я не знаю, у него чувака фамилия Педри. На всякий случай осуждаю. Это то же самое, что когда играет сборная Франции и Испании, там, не знаю, насри среди испанцев, это как бы не призыв, это как бы Самир, насри среди испанских футболистов. Хотя это тоже как призыв звучит. Ладно. Это призыв в арабскую лигу, Самир. Слушай, надо начинать шутить, я считаю. 73-я минута, мне надо забивать 2, пока я близок к тому, чтобы забить 0. Запускайся, машина юмора. Отдай. Сейчас, нужна срочно какая-то шутка. Смешно. Я не успел пошутить, поэтому атака оборвалась. Защита-то нормальная. Да, у меня, судя по ощущениям, на воротах городов стоит. Нет. Далеко нет, а вот выход был хороший. Как? Зачем отдал-то, а? Выход был хороший. Ну тут, конечно, чисто я ошибся, не надо было отдавать. Опа, опа, это чё? Это чё? Это чё? Да, это у меня чел сломался, все нормально. Ну, не надо, пожалуйста. А все. А надо было раньше? Да, надо было раньше. Ну что, как бы прогнозы-то сбываются. Прогнозы сбываются, и коэффициент 1.5 или что-то там. Просто 1.5. Становится верным. Давай по статистике посмотрим. По ударам 8 ударов, 7 створ. У тебя 5 ударов, 4 створ, что интересно на самом деле. Я подтянулся. По владению у тебя больше, по отборам у тебя так же, как у меня. Немножко грубовато ты играешь. У тебя 2 нарушения, 1 желтая карточка. Но я подтянул точность пасов, кстати, во втором тайме очень сильно. У тебя причем 80 точность ударов и 80 точность пасов. То есть статистика-то вполне реальная. Саш, ты ювелир. Получается так. Ну что же, счет 5-1. Итоговый получается 5-3 в пользу Барселоны. Барселона проходит финал Кубка Испании. Насколько это правдивый вот, результат? Слушай, ну вот я же тебя спрашивал, возможен ли такой счет по результатам первого тайма. Мы уже тогда поняли, что в принципе нет. Но слишком мы с тобой показывали раскрытый футбол, давай честно. То есть у нас ребята просто убегали вперед, особенно у некоторых, особенно всякие Месси. Не будем показывать пальцем, в какой команде он играет. Вот. В принципе, я считаю, что счет нереальный, а ситуация вполне реальная. По поводу счета я сразу тебе скажу, он вполне может быть реальным. Потому что вспомним, как Барселона обычно играет с Реалом или с кем-то остальным. Там и 6-0 может быть, и 8-0 может быть. Так что эту Испанию вообще не поймешь. То они нормально играют, то они вообще полностью сливают. И предсказывают тут в плане... Именно счета довольно-таки тяжело. Ну а в плане прохода вообще в финал и по этому матчу можем сказать то, что Барселона одержит победу, и Барселона одержит победу с такой разницей, то, что сможет пройти Барселона финал. Уверенную победу, да, вот так вот скажем. Да, уверенную победу в этом матче. Александр Фирсов. Роман Полинсков. Для вас ведет эту программу. Еще увидимся, до скорых встреч. Впереди еще Лига Чемпионов, так что обязательно к ней вернемся. Ну а пока просто европейский футбол. И давай напомним в конце, что самая точная программа о европейском футболе. Это FIFA прогноз. Спасибо за внимание, пока-пока. Редактор